Позвольте вас приветствовать на церемонии официального открытия Московской осенней недели профессионалов турбизнеса «Мотив-2013». Let us welcome you on the official opening of the Moscow Autumn Travel Industry Week, MOTIV 2013. Ежегодно сотни компаний и тысячи турагентств встречаются здесь, в Крокус Экспо, на туристических выставках «Отдых», Экспо Раша и выставке эксклюзивного туризма «Лакшери Лежа». Annually, thousands of companies and thousands of tourist agencies from all around the world come up together at Crocus Expo, this very platform of the other exhibition, Maybexpo Russia, and exclusive tourism exhibition, Luxury Leisure. В этом году около 1500 компаний национальных офисов по туризму российских регионов представят свои предложения и новые направления. This year, more than 1500 international agencies, tourist agencies, and Russian regions will represent their products and services and new destinations. Расширяется и деловая программа выставки. В этом году в рамках выставки пройдет более 100 различных мероприятий. The business program of our exhibition is also growing. This year we're going to have more than 100 different business events. Хотелось бы сказать, что неоценимый вклад в развитие нашего мероприятия, подготовку выставки и деловой программы внесли наши партнеры, которых я благодарю от всей души и с удовольствием предоставляю им слово. It should be said that invaluable contribution to our exhibition is developed by our beloved partners, to whom we would like to give the floor right now. Итак, слово предоставляется руководителю Федерального агентства по туризму Российской Федерации Радькову Александру Васильевичу. And now the floor goes to the head of Russian Federal Agency for Tourism, Mr. Radykov. Добрый день, дорогие друзья. Good afternoon, dear friends. Всегда важно, когда проект, любой проект живет, развивается, получает второе дыхание. It is always very important to see how the project is growing, how it is getting its second new life. В этом году выставка «Отдых» получила новое такое дыхание, произошел ребрендинг выставки. And this year this exhibition is getting again a new life, it is going through the rebranding. Произошел ребрендинг не только визуализации образа, хотя мы видим очень замечательный, красивый логотип выставки. And by rebranding we do not only mean the new vision, the new logo of the exhibition, although it is a very beautiful now as we can see it. Существенно усилилась деловая программа выставки. There is a broader business program of the exhibition. В формате выставки проходит очень много деловых мероприятий, которые привлекают экспертов как в сфере внутреннего, так и международного туризма. And these business events are attracting lots of experts of the market, both in the sphere of inbound and outbound tourism, domestic and international tourism. И хочется пожелать дальнейших успехов этому проекту, а всем участникам выставки плодотворной работы. And that is why we wish all the success to this project and most fruitful work to all the participants and guests of the exhibition. Спасибо. Thank you. Ну и в заключение церемонии открытия я хочу попросить наших уважаемых почетных гостей перерезать символическую ленточку. Я объявляю выставку открытой. And I would like to invite our distinguished guests to cut the ribbon and declare the exhibition open.